Сегодня в Губкинском прошел муниципальный этап 7-й общероссийской олимпиады школьников «Русь святая, храни веру православную». Традиционно местом его проведения стала воскресная школа прихода храма святителя Николая Мирликийского. У нас участвует в этом году в олимпиаде большое количество школьников-четвероклассников, больше, чем всегда, более 50 человек. Они являются уже призерами и победителями школьного этапа олимпиады. С напутственным словом к участникам олимпиады обратился настоятель храма святителя Николая Мирликийского, отец Валерий. Мир человеческой веры очень многообразен, таинствен и прекрасен. Постигнуть его за один раз невозможно. Но та дверь, которая приоткрывается через знание, она позволяет человеку оценить вкус самого главного, вкус смысла жизни. Я желаю, чтобы на этом предмете каждый из вас смог найти дорогу к Господу, смог увидеть в этом мире ту красоту, которую Господь запечатлел в